После прохладных выходных октябрь все же решил нас немного порадовать небольшим потеплением. Более точный прогноз погоды на 8 октября далее. Итак, в Магнитогорске в понедельник плюс 9, плюс 10 градусов ночью. Утром потеплеет до плюс 12, но будет пасмурно. Днем плюс 13 и выглядит солнышко. Ближе к вечеру отметка на термометрах начнет падать вниз до отметки плюс 10 градусов и без осадков. Белорецкий и Абзаково по прогнозам возможен дождь, плюс 6 утром и плюс 10 днем. Временами будет солнечно. В соседнем Сибае плюс 9 ночью и до 14 тепла днем. Временами тоже солнечно. В Челябинске всего плюс 3 ночью и рано утром, а днем максимум плюс 10 и возможен дождь в течение дня. На этом у меня все. Ну а я в лице всей команды медиагруппы «Знак» желаем вам легкого и удачного понедельника. До завтра!